Привет! В этом ролике рассмотрим тоник для роста волос с розмарином от бренда Веледа. Компания не тестирует косметику на животных, а этот продукт подходит веганам. Тоник в бутылочке из темно-зеленого стекла объемом 100 мл, с пластиковой закручивающейся крышечкой и капельным дозатором. Был помещен в дополнительную картонную упаковку. Продукт должен укреплять и тонизировать кожу головы. Его компоненты призваны питать корни волос, уменьшать выпадение и стимулировать естественный рост волос. Тоник на спиртовой основе. Добавлены экстракты листьев хрена и отчитка, эфирное масло розмарина и прочие компоненты. Средство не содержит силиконов, минеральных масел, синтетических ароматизаторов, красителей и консервантов. Продукт не требует смывания. Применять его следует один или два раза в день. У тоника приятный, свежий, травяной аромат розмарина. На волосах особо не слышимый, если не проводить по ним рукой. Дозатор оказался неудобным в использовании. Он выдавал неравномерные порции, приходилось стряхивать флакон, средство расплескивалось и нанести на проборы точечно не получалось. Расход продукта оказался большим. Тоника хватило примерно на 2 недели регулярного использования. Продукт быстро высыхал, не жирнил и не склеивал волосы. Освежал кожу головы, и я заметила, что волосы дольше оставались чистыми. Я регулярно наношу на кожу головы различные укрепляющие средства. И сложно понять, какое действие оказывает конкретный продукт. Но я обратила внимание, что волосы окрепли, волосопад несколько уменьшился. И если даже не идет речи о быстром росте волос, они как минимум лучше выглядят. Как итог, это приятный продукт для профилактики выпадения волос и дополнительного ухода за корнями. Спасибо за внимание и пока-пока!